Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Привет, ух! Я хотел бы показать свои постройки, которые я построил в BuildABot. И надеюсь, что они попадут в ролик. Тут я построил вот такой вот коптер из игры Rust. Он может летать на турбинах. Тут есть две сидушки, как и в игре. Ну, он сделан примерно по типу того, что сделано в игре. Только чуть-чуть переделан. Он может летать и может ездить. В принципе, тут ничего такого обычного, такого крутого нету. Так что можно показать еще и вторую постройку. И всем снова привет. Да, в тот раз я ее не показал. Но покажу в этот раз. Итак, это лаборатория Umbrella, которая еще уходит вниз. Я ее показывал еще в ролике с моим первым кораблем и акулой. Тут у нас идет вход. Дальше идем. Тут у нас раньше был КПП, но я его убрал, потому что слишком мало места было, и оно просто вверх не могло уйти. Тут надо взять оружие и пойти дальше. Попадаем сюда, тут у нас есть камера. Теперь нам нужно лезть вот сюда. Ну, это как бы выход вентиляционный, да. По которому я не могу пролезть, да. Допустим, вот мы пролезли. И вот. Стоп. А, вот. Сюда. Мы можем выйти наружу, если там что-то плохое случится. Типа сбегут мутанты и т.д. А еще можно пролезть в следующую комнатку. Ну, можно было и просто дверь открыть. Нажатием этой кнопки, да. Идем дальше и заходим вот сюда вот. Тут у нас вот такое вот помещение. Это у нас клетка, где держат зараженных Т-вирусом. Тут это все охраняется. И также можно это... Ну, тут как бы изучается все. Изучают людей, мутантов. Тут камера еще есть, чтобы следить за клеткой. И так, типа. Ну, типа, привет, может, они там что-то делают. Потому что мутанты тут не тупые. Это пока что просто пустая комнатка. Здесь даже стена не доделана. Ну, ладно. А дальше мы попадаем в эту комнатку. Здесь у нас клетка для собак заряженных. Да, такие тоже были. А еще белая, пустая, круглая комнатка. Да, на фильме тоже была такой. Обитель зла называется. Она точно такой же была. Дальше мы идем в портал. И тут из фильма «Обитель зла 1», как бы, тут, я помню, зомби были, а тут главные герои, им пришлось лезть по трубам. Один пошел туда, потому что тут труба сломалась. А все пошли сюда. Потом не встретились и дальше попадаем. Вот это вот комнатка. Тут как бы у нас лазер. Да, который я сделал неправильно. Они на самом деле должны быть другого цвета. Голубого. Ну смотри, вот получается, когда я голубым делаю, ведь видно, типа, какие они становятся. Глаза режут. Ну идем дальше. Тут у нас комнатка с... Тут, короче, как бы сейчас объяснить. Ай, ладно, я вставлю просто отрывок и все. И дальше вот здесь мы попадаем в комнатку затопления. Здесь Красная Королева решила всех утопить, потому что подумала то, что здесь у нее все заряжены. Ну, как это на самом деле и было. Да, она тут всех все-таки в итоге утопила. Правда, здесь были еще стекла, ну, окна, которое было разбить невозможно. Тут, получается, тоже изучался вирус. Ну, а вирус, собственно, вырвался на свободу. Да. Ну, а на этом все. И наша экскурсия подходит к... Что это? О, господи, боже мой. Да, наша экскурсия подходит к концу. Пока. Я знаю, что в следующий ролик попаду. Это 100%, да? Да.